По меньшей мере 19 человек погибли в результате пожара в крупном торговом центре в столице Катара Дохи. Среди жертв 13 детей, 4 учительницы, а также 2 спасателей службы гражданской обороны. Огонь вспыхнул в фешенебельном молле Виладжо на территории детского сада, расположенного на первом этаже центра. По данным властей Эмирата, погибшие иностранцы, в том числе граждане Испании. Согласно сообщениям СМИ, пожарная сигнализация не сработала. Причина трагедии устанавливается.